тележки 500 рублей. Если вы много купили, каждая по 300. Вот это я хотела показать. Мне очень понравилось. Чайные пары Дулёва. Куклы и пупсы старые. Статуэточки. Вот эти веселые. На инаугурацию Бориса Ельцина. Монограмма. Здрасте. Ёлочные игрушки. А, кинжалы. Да, вроде нормально. А вот это копанные? Математический набор для первоклассников. Вы не называйте свои, я не буду упираться. Я понял, понял. Не хочется. Куклы старые. Пупсы. Тортница симпатичная на ножке. А не посмотришь, чье это, не получится у тебя? А это как ножка? Там ножка. Да. Тяжелая. Тяжелая? Ну так. А, ну что-то современное. Новая. Или фарта. Ну интересно, без как будто бы салфеточка лежит. Целая стопка тарелок. Кузяева. Тут их много, не пересчитать. А вот эти тарелочки, какая цена? Каждая по 300. Каждая по 300. Это старые кузнецы. Спасибо. Автодорожному комбинату. Дулёва 90. Классные. Такие это тарелочки. Чехословакия. Чехословакия? Угу. Поменьше и побольше вот тут есть. Ленинградская. Кобальтовая пара. Царский поднос, царский поднос. Почем? Лимон номер 6. Платина, да? Угу. И вот даже капачки, да, конечно. Естественно. Конечно, можно. Классный поднос. Что еще? Посмотрим. А тут сервиз столовый. Я думаю, Дулёва. Да, это Дулёва 50 какой-то. 55. 55-й год. А какая у сервиза цена? 10. 10? Спасибо. Соусник. Да, тут в коробочках, да, подешевле товар. У нас вот такие вот были кружки у бабушки с дедушкой. А это похожая немецкая тарелочка. А это Польша. На рисунок и у немецкой тарелки такие есть. Цветы они есть синие, зеленые. Вот это 50 рублей. Не покупают. Такой за 40 даже. Выторговался. Я покупаю за 40. Поторговались. Вот это я хотела показать. Мне очень понравилось. Чайные пары Дулёва. Красивые. Ручная роспись. И вот эта троечка. Интересная. А это чье? Не знаешь? Нет, я Англия. Или Португалия, может. Ну, она красивая. А вы не знаете, чье это? По-моему, Англия. Англия? Старый, да. Ну, возможно, судя по короне. А сколько такая троечка стоит? 3500. 3500. Ручная роспись. Угу. А вот эти вот пары? Там одна 5, другая 15. В одной там трещинка внутри. Угу. А, одна 5, другая 15. А вот, да, трещинка.
Чего там? Доллары эти. 95. Свинтус. 300 рублей. Класс. С этими с незабудками на спине. Веселый сын. Да. И молочник подходит к троечке. Лентон. Фентон. 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 Да, тоже ручная роспись. Она прям к этой троечке идет. Пригороды Ленинграда, Павловск. Крошечные снимки какие-то. Вот так это да, да, вижу. Подписано внизу даже. Ну, как сувенирные, наверное. Да. Примерно СССР дизайн. Такой был. 54-й год. 54-й? Ну, цена такая была. Ну, приличная. 5 рублей. Ну, сувенирчик в то время. СССР. Советский Союз. Да, и жуки. А они настоящие? Да. О. Насекомые в смоле. Советский еще на вас. По покровке ремонт. Баллончики с газом. Прикольно. Ровно половину. Ну, Nokia, кстати, пользуются еще сифонами. Да, это модель. Черепашки. Тележки 500 рублей. Если вы много купили, то тоже можно взять тележку и это все увезти. Это что, гжель? Забавный. Мышонок. Или это не гжель, просто в таком стиле. Ванна у него роскошная. С пузырями, с пеной. Интересный набор. Сахар, кофе, чай. Баночки в виде домиков. Украсить интерьер. Вот такие, на дачу красивые. Под чайные пакетики. Это современные уже. Лефорт. Да не лопну, на первый раз. Телефон купили, телефон пропал. Куклы и пупсы старые. Продавец отсутствует, цену спросить. Статуэточки. Вот эти веселые. В национальных костюмах. Тут очень душно. Так. Клеймо. А сколько такое стоит? 3,5. 3,500. Панды это что у нас? Современные? ЛФЗ. О, это есть клеймо. А это Алёнушка из сказки. Гжель. Старое клеймо. А такая Алёнушка? 4,5. 50-е года? Ага, спасибо большое. Жираф красивый лежит. ЛФЗ. Ну так прям душно, воздуха не хватает. Бедные продавцы.
про подсвечники рассказывай. На инаугурацию Бориса Ельцина. Монограмма. Не разглядеть. Хотя они то Швеция, и первый президент России. Ничего себе. А какая цена? 4, 2 вот эти, 4, а эти 3. А тут? Эти, понимаете, Тишинройд. Тишинройд? А тут нету, да, уже букв никаких? А, есть, я не видел. Есть. Я не докрутил. Не досмотрел, да. Я что-то вращал и не увидел. Тут тоже должна быть, конечно. Вот они есть, да. А там клеймо на клейме, да? Да, одно на одном. Тишинройд, скорее всего, расписывали, получается, золотом. А это Швеция сделала. А, то есть сами подсвечники Швеции, а расписывала уже Германия. Думаю, так. А что ты их развернул? А вот здесь подстаканники красивые. Герб. Пушкин, да, годы жизни. Мало, конечно, жил он. Здесь просто лев. Знак зодиака. Вот этот стакан тут стоит. Тоже Пушкин. А для чего, интересно? Это для зонта? Сапоги? 3 сапога по кругу. Я читаю и вот тут. Легенда Кремля. Я вот думаю, тебе и легенда. Расскажет. А вот это что такое, интересно? Смотри, сапоги. Это, наверное, для зонтиков подставка. Да. А сколько такая подставка стоит для зонта? Это Александра Теодора. Зонтница называется «Три стороны света». Стоит она где-то 275, у меня 110. Ага. Можете ее в интернете посмотреть. Интересная, да, предмет. Наберите зонтницу «Три стороны света» Александра Теодора. И ее найдете. Ага. Спасибо большое. Интересно, какой предмет. А скажите, пожалуйста, какой у нас искусство? Чем Гринфилд. Чай. Баночка для чая. Год тут не пишется. 2006 год. Это Лирия? Конечно. Лаврентий, не узнаете? Лаврентий Павлович. И что, почем? 3000 в металле. А в гипсе 1500. Зубной пастой чистить. Там одно имя чистое. Это молочник такой или чайничек маленький? Ёлочные игрушки. Здрасте. Ёлочные игрушки, вот маленькие шишки. Дима уже купил себе металлоискатель, вот такой вот, и искал в интернете к нему наушники. А они все это время были здесь, на Салтыковке, новые в упаковке. Ты не там искал. Прибор СССР. А так, телефон что-то не той стороны стоит. При вызове оператора снимите трубку, нажми кнопку. Телефон старый. А тут интересная ракушка. И у нее дельфин. Я, кстати, задавалась вопросом, почему раньше дельфинов изображали вот так. И на скульптурах, и на картинах. Это же не дельфин. Дельфин выглядит не так. Пыталась найти в интернете информацию. Безуспешно.
Или, может быть, не знали, как выглядят дельфины и изображали их так. Так. Ну, на барахолке 777. Аптека. Аптека, да. А какая-то... Снимали, да. А что это написано? На английском это же. А, на английском аптека? Фарма. 600 рублей, да. А у нее, кстати, вот есть такое горлышко, чтобы наливать. Чтобы из него, да, чтобы наливать. Эликсир молодости. Весьма удобно. Да. Ледокол Ленин. Старая баночка. Жестяная, да? Да. Атомный ледокол. Пустая. Ну да, 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 просто посмотрела, вдруг этикетка какая-то осталась. Ценники обычно бывают. Трубка. А это что такое? Москва написано. А что это, смотри. Никого там не убило? Что? Все упало. Чехол для чего-то. Для чего чехол? Мужчины, рассказывайте. Есть предположение? Это чехол для чего-то. Для часов? Тебе такую надо. Монетки складывать. Пряжки. А, кинжалы? Да, вроде нормально. А вот это вот, это копанные пряжки? Или просто старые такие? Они старые. Копанные тоже есть. Да. А это что? Тут написано «Зоя от Лены в день рождения». Интересно. 53-й год. Я не могу открыть. Открой. Ну, просто надо двумя руками. Ты нажимай, и это двигай. А что тут было, интересно? Металл. Металл. Монетка, может, была какая-то? Или зеркальце. Да. Не знаю. Интересно смотреть предметы, когда на них какие-то дарственные вот эти надписи. Часы, зажигалки. Пианино тоже рабочий. Пианино? Давайте. Музыкальная шкатулка. Шкатулочка это. Играет. Сокровища хранить. О, здесь какой шикарный набор. Вот это? Готовальня, да, вот все. Готовальня? Да, ну, обычно, да. Готовальня, да, да, я вижу. Я смотрю в год. Инструменты чертежные. Стань вообще отлично. Ну да, да, новые. Не 6. Еще такие есть. Да. Ничего себе. В родной коробочке. ГОСТ. Полный набор. Никто так и не чертил им.
поправить вот так надо. Года нет, а вот еще вот такой есть. Да. Сколько ты поменьше? Ну это советское, да, время? Да, да, это все советское. Тоже прям новые карандаши здесь наточенные. Все с бумажками. Здорово. Магнитофон редкий. Филипс магнитофон. Рабочий полностью. А вот это для чего? Это для... Это ювелирный. А, для ювелира. Да. Тоже новый набор. Интересно, почему ими не пользовались? Это раньше пользовались ювелиры. Сейчас уже электроны появились, это уже не нужно ставить. Керосиновые лампы. Часы. А вот это что такое? Как-то... Это нужно куда-то прислонить, чтобы отпечатать. Оттиск. Оттиск. Вестник. Мир и мы. Такие, видите, объемные здесь буквы. Можно залезть. Люстры. Диме зачем-то нужны бронежилеты. Я узнал просто. Мне... И Диме их подарили. Ну, спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, не придется пользоваться. Пускай лучше будет. Ну пусть будут, ладно. Спасибо большое. Так, меня кто-то спрашивал про вот эту сухарницу. А не подскажете, какая цена? Вот это 30, прошу 3000. 3000, ага. Баночки здесь тоже старые. Центральный институт украинский. Эндокрин. Налоги. Листовую отвертку, пожалуйста, иди вернее. Извините, по природе. С Новым годом и Рождеством. Арт-студия, художник и психолог. Сейчас мы я пакет вам положу. Накладочка 3000, я сказала, да? Да, фруктовница. А вот здесь интересные фужеры. Ну, видимо, в них что-то было. Мы их опустошили. Туфелька и Эйфелева башня. МРТ. Блюдо. МГУ. А это что? Спутник кинофестиваля. Да. Вот какой-то журнал, газета. Пластинки виниловые. Да. Добро пожаловать на фестиваль. Ну, это Барбара Брюска, да. Еще тоже фестиваль. Легенда Кремля еще. А, еще одна легенда Кремля. Ты уже прочитал? Да, уже знакомился. Там, наверное, побольше бутылочка. Beatles. У нас есть такая пластинка. И «Зеркало души» Пугачевой. Тоже имеется в нашей коллекции. Так, а это что такое? Не знаю. Наверное, светильники такие. Приборы. Так, музыка, надеюсь, авторские права нас обойдут стороной.